ты опять снимаешь? Ну мы бы могли бы взять, да, вот сюда и все. Что-то доехать. А что они улыбали, интересно. Так я тебя снимаешь как старые? Ну да. Мы на новой машине. Последний раз когда будет. Сегодня у мамы день рождения. Свежий воздух. Морская болезнь, потому что всякие двери. Ну, помнить надо же снять. Красота прям. Ну, вон там прямо. Сейчас, скоро потеплеет, будет жарко. Там бар-гриль. Там кот. Играет в футбол, баскетбол. Здесь вот. Потому что все сейчас спят, попозже приедут. Сортир. Ну, рано приехали. А на автобусе, по-моему, еще ехали. Да. Наружно даже закрыто еще. Вон там какой. Непонятно, что за крыша такая. Вот здесь, Поль. Красота какая. Красота. Никого нету, мы первые приехали. Да, вот он островок, но... Бревен стало много, да, на берегу? Зубавище. Чёрт, где я жил? Песочек. Обувь кто-то из ребятишек оставил. Вместе с носочками. Кроссовочки или детские? И шутка валяется. Костер сжег. Вот такие хрюханавты тут сидят. Бывает, да? Круг. Костер жгли, слышь, Кать? Решетка валяется. А? Ага. Я не знаю, где почище надо посмотреть. Давай вот здесь, наверное. Кто-то куролесил, что аж обувь детскую забыли. Круг дырявый, видать, а может не дырявый остался, он валяется. В коробке непонятно что. Там он насос, непонятно лежит. Ну это такая штука, так воду набираешь, почти стреляешь. А это что за бассейн тут? Кстати, накрывается, тент лежит. Ну все, ждем жару, да? Скоро жарко станет. Ох, вода еще холодненькая. Ну, не сильно, но холодненькая, прохладненькая.
А чё Ольга с нами не осталась? Классненько. Классненько. Так, ладно. Thank you.